Задержанный зимой прошлого года по подозрению в продаже дериватов ценных видов животных 32-летний житель Владивостока признан мировым судом краевой столицы виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Осужденному назначено наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием заработка в доход государства. Ущерб, причиненный государству злоумышленникам, превысил 1,5 миллиона рублей.